Но расслабляться, конечно, ни в коем случае нельзя. И это, в общем, понимает и Дэвид Туа. Понимает, что он проигрывает и что нужно уже активизироваться. Наносить больше ударов по противнику. Только тогда можно победить. Ну и нельзя забывать ему тоже о защите. Вот противоположные, в общем-то, решения. И нужно выбирать, вот, если не середину между ними, то вот как раз в процентном отношении нужно выбрать, что ближе. А ближе, конечно, Дэвиду Туа атакующие действия. Вот, прошли. Вот эта коронка. Вот коронка в исполнении Дэвида Туа. Если сейчас удастся ему вцепиться в противника, потрясен. Вроде бы потрясен Пресс Акенда. Но нет, стоит и пытается уйти от противника. Но достигает. Достигают цели сейчас удар Дэвида Туа. Великолепный левый прошел. Вот лучший его удар. И дальше он, конечно, добивает противника. Так действует Туа в лучших своих боях. Все, судья прекращает бой. Еле шатается, как будто после кварты текилы Пресс Акенда. Да, побеждает Дэвид Туа. Вот так он выиграл и у Маскаева, и у Рахмана, проигрывая весь поединок. Вот это Дэвид Туа. Чуть не плачет, доволен он собой, конечно же, но тяжело ему далась сегодняшняя победа. А на кону ведь стояло все. На кону стояло уважение промоутеров и дальнейшее выступление на профессиональном ринге. А Пресс Акенда терпит свое первое поражение. Не просто первое поражение нокаутом, а вообще первое поражение в карьере. Не ожидал он, конечно, что бой так закончится. Вел. Но давайте посмотрим, как это было. По корпусу пропускает. И вслед за этим один раз справа в голову, потом слева. Пытается еще что-то противопоставить. Крепкий подбородок оказался у Пресса Акенда. И на этом еще поединок не закончился. А вот после этого разнял рефери, и уже вторая серия, вот эта серия закончила дело в исполнении Дэвида Туа. Не отбивается практически Акенд, он уже не видит противника. И совершенно прав арбитр, да с ним и никто и не спорит. Поздравляет Пресс Акенда и желает, наверное, успехов Дэвиду Туа. Ну и Дэвид Туа должен поблагодарить Акенда за хороший бой, потому что задал он ему трепку, ничего не скажешь. И заставил задуматься, что далее будет еще тяжелее, если он захочет встретиться еще раз с Леноксом Льюисом. Или с кем-то еще из длинноруких боксеров, допустим, с братьями Кличко. Вот этот удар левый, он, собственно, и решил все. И дальше уже добить для Туа не составляло труда. Как бультерьеров вгрызается в соперника и уже не выпускают. А удары у него, ну, чудовищные совершенно.